На самарских городских пляжах в летний период работают 10 спасательных постов, которые оснащены необходимым оборудованием для спасения людей на воде и медикаментами для оказания первой помощи. Участки пляжа с наибольшим скоплением отдыхающих усилены дополнительными постами. К работе на спасательных постах привлекаются спортсмены, прошедшие специальную подготовку по спасению людей на воде. С начала купального сезона на пляжах Самары было спасено 6 человек и оказано первой помощи нескольким десяткам пострадавших.